Мемориальная доска появилась на стенах Нарьян-Марской электростанции. На церемонии открытия побывала и наша съемочная группа. О почетном гражданине округа Григории Синокосове расскажет Елизавета Кабанова. Григорий Синокосов пришел работать на электростанцию в 1962 году. Он стоял у истоков энергетики в Ненецком автономном округе. Но у него на первом, как сказать, всегда было, чтобы электростанция работала, и чтобы солярка вовремя была завезена. Вовремя. И чтобы свет не отключался. И запчасти вовремя, чтобы завозились. В общем, очень даже человек хороший был. Строгий, но хороший. Профессионал, который внес неоценимый вклад в развитие энергетики. Так говорят про Григория Синокосова коллеги. Проработав на электростанции до 2009 года, а это почти 50 лет, он душой и сердцем болел за свое дело. Ответственный. Я работал на перспективу, чтобы требовалось. Обновлял оборудование. Заботливый был. Вот молодежь как раз в это время поступала, все. Холостяки были, но и он всех старался обеспечить жильем. Кому комнату даст сначала, а потом, значит, квартиры, все добивался. Григорий Синокосов был награжден знаком почета, орденом почета и медалью за доблестный труд. Это вся энергетика города Нарьян-Мара и региона в целом становилась под его руководством. То есть становилась она специалистами под его руководством. То есть, азы энергетики, что мы на сегодня имеем, какой уровень развития предприятия, это вот все благодаря фундаменту, который был заложен Григорием Степановичем. 19 марта состоялась церемония открытия мемориальной доски бывшему директору Нарьян-Марской электростанции Григорию Синокосову. Этой чести энергетик удостоен за неоценимый вклад в развитие электроэнергетики Ненецкого округа. На церемонии присутствовали не только бывшие коллеги, но и представители окружной власти. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, телеканал «Север».